Шалом, дорогие друзья! Уже совсем скоро начинается светлый праздник Песах. В понедельник вечером, 22 апреля, мы все будем праздновать праздник Песах и выполнять огромное количество заповедей. Главная заповедь этой пасхальной первой ночи «И расскажи сыну своему о выходе из Египта». Расскажи, что у мира есть Творец, который контролирует абсолютно все. И Тора нам говорит, когда ты будешь общаться со своими детьми, имей в виду, у тебя будет очень большое количество разных детей. И Тора нам называет 4 категории сыновей, из которых, к сожалению, Тора нам сообщает, что будут грешные дети. Будут дети, которые будут приходить к тебе и говорить, слушай, чем ты тут занимаешься? Какой-то старомодный Песах, какая-то маца, выход из Египта. И будут грешные дети приходить и насмехаться над тобой. Тора нам говорит четко, что и как им ответить. Но самое интересное, что в Торе написано «радуйся». Когда к тебе придет такой сын насмехаться над тобой, у тебя есть повод для радости. Как такое понимать? Ну в чем тут радость? Самая большая боль для отца, для дедушки, для родителя, когда к нему приходит его сын или внук и плюет ему в лицо и говорит, что твои ценности для меня не имеют никакого значения. Когда приходит грешный сын смеяться над Торой, как же тяжело каждому отцу. Почему тут есть повод для радости? Очень интересно. Объясняют наши комментаторы, конечно, ситуация очень сложная. Это очень тяжело, когда ребенок отходит от Торы. И мы все молимся, чтобы наши дети продолжали соблюдать. Но самое худшее, когда ребенок даже к тебе не подходит. Просто ему наплевать. Ты абсолютно никак не резонируешь с ним, нету никакой реакции. Есть ребенок, который подходит к тебе, мудрый, праведный сын, научи меня, папа. А есть ребенок, который вообще, он даже к тебе не подходит. У тебя там Песах, маца, занимайся своими делами, я буду заниматься своими. Когда к тебе приходит грешный сын насмехаться, говорит тебе Тора, хорошая новость. Есть повод для радости. Почему? Потому что он как-то с тобой резонирует. Ты его зацепил своим соблюдением. Сейчас он насмехается, но есть шанс, что ты его вернешь. Если он на тебя реагирует, приходит с тобой, дебатирует, спрашивает вопросы, насмешки, радуйся, есть шанс его спасти. Дай нам Бог, чтобы мы всех своих детей вырастили праведными людьми, чтобы мы их обучили нашим ценностям и настоящей чистой веры в Творца. Но когда к нам будут подходить дети, если такое будет случаться, не дай Бог, и они не совсем будут вот такие верующие и так далее, не нужно расстраиваться. Все время, что к нам они приходят за вопросами, приходят с нами подебатировать и даже посмеяться над нами, есть шанс их вернуть. Я искренне желаю всем прекрасного праздника Песах. Пускай Всевышний даст нам прекрасный праздник и настоящее избавление в скором времени. Аминь.